Привет, друзья! Уже 20 лет как звезда сериалов «Казанова и отчим» Антон Хабаров счастлив с единственной женщиной, с которой познакомился еще в студенческие годы. А ведь удивительно, что история их любви началась с обмана. Антон родился и вырос в Подмосковье, в школьные годы увлекался танцами и в будущем планировал открыть хореографическую студию. Парень намеревался поступить в Институт физкультуры, однако провалил экзамены. Тогда Антон стал студентом Щепкинского театрального училища. Там он познакомился с красавицей Еленой Степучевой. Девушка сразу приглянулась Хабарову, но была серьезная проблема. Дело в том, что Елена состояла в серьезных отношениях с другим парнем и даже собиралась за него замуж. Отношения в паре были гармоничные, поэтому Антон сразу смекнул, что так просто ему не удастся увести девушку у соперника. Для того, чтобы завоевать сердце красавицы, Хабарову пришлось придумать и разработать целую стратегию. Действовал целеустремленный парень поэтапно. Первым делом он втерся к Елене в доверие и стал ее лучшим другом. Девушка стала делиться с Хабаровым самыми сокровенными тайнами, совсем не воспринимая его как романтического партнера. Когда возникали какие-то разногласия с женихом, Елена спрашивала совета первым делом у друга Антона. Ну а Хабаров спешил на помощь, но давал ложные рекомендации. То есть, прислушиваясь к советам друга, девушка поступала не так, как надо было поступать в той или иной ситуации. Своим поведением она только обостряла конфликт. Антон же подогревал масло в огонь и открывал глаза Елене на то, какой у нее недостойный жених, как он ее не любит и не ценит. До свадьбы Елены и ее жениха оставался всего-то какой-то месяц, когда будущие молодожены рассорились окончательно в пух и в прах. Утешение девушка нашла у своего лучшего друга Антона. Только на тот момент она уже перестала видеть в нем только приятеля. Хабаров сделал так, что она взглянула на него другими глазами, как на потенциального жениха, мужа и отца будущих детей. В итоге они стали встречаться. Елена вычеркнула из жизни своего бойфренда, поскольку Антон просто не дал ей возможности вспомнить или загрустить о бывшем. Он всецело захватил ее внимание. Елена и Антон стали встречаться в 2000 году. Интересно, что поначалу окружающие были против их романа, но влюбленным было все равно, что о них подумают. В 2004 году, уже по окончании училища, они сыграли свадьбу. Сейчас у пары двое детей, сын Владислав и дочка Алина. Детям 14 и 11 лет соответственно. Супруги служат в одном театре. Хабаров активно снимается в кино, в то время как жена чаще появляется на театральных подмостках. Кстати, у Антона сложились прекрасные отношения с тещей. Когда актер стал хорошо зарабатывать, то купил и подарил маме супруги отдельную квартиру. О таком зяте точно может мечтать каждая теща. Антон не скрывает, что в семье случается всякое, и ссоры, и разногласия. Однако порой конфликты только возвращают в отношения былую страсть. Хабаров признается, что ему очень повезло с женой. Другой женщины рядом с собой он просто и не представляет и гордится тем, как поборолся за свое счастье 20 лет назад, когда был студентом. Понять, как Антон любит свою семью, можно, взглянув на его страницу в Инстаграме. Туда актер выкладывает не только новые фото со съемок, но также с женой и детьми. Видно, что в паре царит полная гармония и идиллия. Поклонники артиста не перестают восхищаться счастливым браком Хабарова. Ведь так редко бывает по нынешним временам, чтобы супруги жили душа в душу не одно десятилетие. Тем более, когда оба принадлежат к сфере искусства. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.